Керчи центральной библиотеки имени Белинского и имени Дубинина встречали гостей, представители 70 детских библиотек России и Казахстана, прибывших на 20-ю международную конференцию «Книга, библиотека, общество». Гости библиотеки познакомились с работой Керченской централизованной системы, которую осветила директор Людмила Попова. Мы работаем с детьми-сиротами, детьми из многодетных семей, детьми-инвалидами. Был сделан и существует клуб компьютерной грамотности для воспитанников детского дома. В свою очередь представители делегации обменялись с керчанами опытом работы и вручили подарки. 124 детские книги, проспекты, буклеты, памятки. Краевая детская библиотека Небратьев Игнатовых привезла вам методические материалы, наработки свои. Кроме того, мы вносим в копилку вашей библиотеки такие подарочные книги, наши краевые книги. Директор краевой детской библиотеки оценила работу городской библиотечной сети, а также выразила готовность и желание к творческому сотрудничеству. Визит гостей продолжился экскурсией по достопримечательностям Керчи.